поздравляю вас. Спасибо большое. Вот такая маска у меня. Тут спрашивают, с какой маской ты ныряешь. Вот такая. Порвалась уже вчера у меня резинка. Вот здесь. Не-не, с этой стороны. Задел как мог. Ну уж очень больно хочется нырять. А ремонтировать на природе негде. Здесь, видите, по-быстрому проволочкой скрутил. Ну ничего, отныряем. Нужно вот этот шлейк, вот эту, или как она называется, вот эту часть приобрести отдельно, потому что маски уже лет 5 интенсивных ныряний, и она лопнула. Вот камера совсем другая, не желтая, в боксе, потому что все-таки мы сегодня будем с вами погружаться под воду. Гидрошорты, ну, ботинки, ногу не поранить, металлоскатель Equinox 800, ссылочку оставлю, где покупал, с официальной гарантией 3 года. Ссылку оставлю под этим видео, магазин. Ну и обязательно в порядке вот такой должен груз. Сегодня будем нырять на поднырах. Вот у меня груз, жилет грузовой. Можно, конечно, и пояс. Но пояс, если ты долго ходишь с ним, ныряешь, потом поясница болит. А жилет, тот, те же самые 10 килограмм, но разгрузка по всему телу. Очень удобно, рекомендую. Если вы без акваланга, использовать жилет. Ну и вот такие штуки будем сюда находки складывать. Во, вот сюда. Вот и все. Вот еще что нужно для пляжного поиска. Сегодня будем без скуба. Будем нырять под воду. Пойдемте. Thank you.
Ну вот такой сегодня поиск. Как вам? Ну я имею в виду на глубину. Вроде как вода так чистая, но на глубине, конечно, солнце не пробивается, и вам, наверное, не совсем было комфортно смотреть. Ну, маемо шо маемо. Ну, примерно метра на два, чуть даже больше двух, я его погружал. Прибор показывает себя идеально. Классно, мне нравится. Единственное, конечно, большая катушка, тяжело найти центр. И если бы еще немножко компактнее он складывался, все-таки длинноват для такого поиска. Ну ладно, эмоции. Я доволен. В общем, сейчас покажу вам все находки. Итак, вот они, находки, которые были на глубине, недосягаемые с кубом. То есть человек, когда ходит, на такую глубину не заходит. Нырял на максимально на дыхание, сколько мог. Уже не курю больше 6 лет, и поэтому дыхание восстановилось. Могу себе позволить такие глубоководные погружения. Смотрите, сколько мелочи. Но это уже, скорее всего, этого года. Потому что просто-напросто свежее. Ну, есть, конечно, и старее. 25 копеек. Хотя, может, по-разному бывает. Вроде в одном месте находишь. Одна темнее, одна светлее. Ну, в общем, столько мелочи. Ну и вишенка, друзья. Золотое кольцо. Замерз немного, руки трусятся. Простите, пожалуйста. Вот такое колечко. Поздравляю вас. Спасибо большое. Рядышком. Холодно. Еще на глубину я замерз. Здесь еще ничего так, а на глубине совсем. Прошлую неделю были здесь, тоже было холодно. Да. Вообще холодно было. Я вообще не купался. Не, ну в это уже тепло. Не, это... Уже жарко, да. Мы вчера приехали. Жарко, жарко. Ну на глубине холодно. 2 метра уже. Вода не прогревается. Ну да. Да не, озеро, оно и само по себе холодное. Ну да. В общем, так. Вот такие сегодня такие находки. Все, пока. До следующего видео. Встретимся. Пока. Подпишись вот сюда. На вот этот.